За несколько часов до начала торжественной встречи в фойе Дворца культуры БМЗ политики, общественные деятели, средства массовой информации, гости, представители высших учебных и медицинских заведений, культурного и научного сообществ, строители-предприниматели, ровно в 12:00, год назад, важное политическое событие для всего региона. Губернатором Брянской области избран Богомаз Александр Васильевич. Решение избирательной комиссии Брянской области принято единогласно. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Брянской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Брянской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию области и благополучию ее жителей. Не обошлось в тот день и без высоких гостей. По поручению президента России со вступлением в должность поздравил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Поздравляю вас, Александр Васильевич, с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора Брянской области. Брянская область – это легендарный край. Во все времена, как щит, ваш край защищал наше Отечество от вторжений, дал стране полководцев и воинов, поэтов и государственных деятелей. Отмечу, что Брянская область по ряду ключевых показателей в экономике и социальной сфере сохраняет положительную динамику и занимает лидирующие позиции. Прежде всего, это производство сельхозкультур и агропромышленное производство. Глава государства в послании Федеральному собранию поставил задачу обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причем на всей территории страны. Выполняя задачи, определенные президентом, регион активно реализует национальные проекты, уделяет внимание здравоохранению, демографической политике. Сегодняшняя церемония – это наглядный пример, что это не остается словами, это воплощается в дела. Конечно, и главные приоритетные задачи, которые тогда озвучил глава региона. Все то, что сейчас для нас стало действительностью и перестало быть мечтой. Буквально за год удалось реализовать десятки крупных проектов. Но не только это. Александр Богомаз и сегодня успешно работает, продолжая традиции предыдущей пятилетки, умножая качество жизни брянцев. Крупные делегации соседних регионов, гости из федерального центра. Внимание к Брянской области на протяжении целого года было самым показательным. Революция в дорожной отрасли региона, качественная медицина и образование, уверенный скачок в сельском хозяйстве, повышение зарплаты, обновление учреждений культуры и новые спортивные комплексы, уютные улицы, парки и скверы. Также одним из главных достижений, подтверждающий степень доверия главе региона, стали прошедшие выборы в Государственную Думу. Наш регион стал лидером голосования за действующую партию. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак.